походу в кино «Я легенда», Сережа, покажи. Показываю. Нет, но я имею в виду, что вставите. Так мы это и будем показывать, это же видно со всех камер. В общем, сегодня суббота. Сегодня суббота. 11 число. И вот столько машин в городе. В общем-то, сейчас должно быть машин гораздо больше. И сразу скорая. А, это пожарная. Ну, хотя тут как посмотреть. Конечно, смотря по каким делам они куда едут. Ну, с ними едут, видишь, эти сразу. Парамедики. Ой. Вот, в общем, машин нет. Жизнь замерла, все на карантине. Зато есть положительные нотки. Наши соседи, которых я ни разу не видела с продуктами, сегодня разгружали машину полную продуктов. Поэтому они начинают питаться более правильно. А рядом с нами стоит очень крутой Мерседес. Да? Да. А там не видно. Вообще крутяк. И сейчас он погонит, мы его покажем. В общем, да, все перешли на какое-то такое, готовят питание дома. Зай, ну посмотри, какая в In-N-Out стоит, какая очередь. Не все, да, походу, дома стоит. Готовят. Ну, я В In-N-Out всегда очередь стоит. Ну, я удивлена, честно. Мерседес поехал. Ну, по мне машина, как машина, ничего особенного. КПшечка на двоих. Ну, он стильный и красивый, хорошая машина. Не такой хороший, как наш Вен, но, тем не менее, как вторую машину держать можно. Да? Ну, все-таки везде свет. Нигде нету света. Жимы закрыты, ну, бутики закрыты. А оплатить кто будет за свет? Ну, трейдер Джо, наверное, открыт. Иногда бы включали. Пати закрыта, все закрыто. Скажи, куда мы едем? Зачем? Мы едем в Борнмут. Завтра у нас Пасха, у нас праздник большой, мы хотим купить картошечку, и мы хотим купить индейку запечь. Вот, и все, и вот мы едем в Walmart. Ну, может, еще чего-то прихватим такого. Поэтому поздравляем вас всех с Пасхой. Да. Христос воскрес. Пейте с яйцами дома. Устраивайте яичные бои. А у нас дети будут завтра... А в Walmart ходить нельзя, понял? Устраивать охоту на яйца. Почему-то в Walmart. А вон, смотри, нужно ждать, пока девочка вот посадит. Смотрите, видите? Отгорожен. Ну, типа маленькая очередь. Просто ты сказала, нельзя, как будто он закрыт. Нет, ну еще вот мы на этой неделе или на той неделе приезжали, и мы свободно сходили. Ну, совсем недавно вы видели видео про Walmart, когда можно было зайти. Но оно же было не недавно. Да. А вот ой, смотри, какой мастер-ключ делает. Русенький, класс. Прикольно. Сейчас мы подъедем и вам покажем. Сейчас я его вокруг объеду. Стоит машина с рекламой изготовления ключей. Возможно, что он, наверное, ездит еще и автомобиль открывает. Я не прочитал. Наверху на крыше стоит ключик и сидит человечек на этом ключике. Мне очень нравится. Сейчас мы прямо так к нему хотел подъехать, так там же надо мужчине подойти. Да, а ну вот сюда. Все ставят далеко. Ну вот сюда. Так, вот раз я его. Такой прикольный чувачок. Так что вот так. Дети завтра будут охотиться на яйца. Мы их будем заряжать всякими шоколадными конфетами. Вот. А вас сейчас возьмем с собой в Walmart. Посмотрим, что у нас там есть. Да? Да. Что есть, поесть. Вот. Нам. На бурничек хотел сказать. Вот такими полосками разлинейно, где кто должен стоять, чтобы не напрягаться. И не напрягаться, Зайка, я бы даже через полоску лучше стоял, наверное. Так, нам надо будет тачку взять, да? Красивый заказ, посмотри, какой красивый. Как будто океан поджег кто-то. И, короче, я так понимаю, один человек уходит, другой заходит. Мы вовремя приехали, они раньше закрываются, да? 8:30. За час, я думаю, успеем. Ну, в общем, мы постояли минут 3, наверное, и нас запустили. Мы, наверное, очень быстро по самым таким... Да, самым быстрым.
как видите, народу немного. А еще продают косметику, писали же, что не будут продавать, то что ничто. А, неважно, типа? Да. Не все в масках, некоторые в масках. С сегодняшнего дня у нас, по-моему, уже все должны быть в масках. И сколько ты говорила, оштрафовали 129 людей? По 1000 уже наштрафовали, так что у нас с этим все строго. Опа, мы шли за индейкой, а ее нету, жалко. Так а вот это что, не будем? Нет, такой не хотим. Не хотим. Да, прикольно. Ну, здесь вот полка полупустая. С соками. Так как и было, когда мы там неделю назад, наверное, были. Больше товары не подвозили, что ли? Ну, немножко, да. Такое ощущение, что даже пустее. Да, намного пустее. Тут смотри, или это мы приперли в конце дня все съели? Зай, никогда не было в конце дня в Walmart'е, чтобы не было товара. Ну, хочешь, я тебе дарю. Торт даришь? Зачем ты мне его даришь? Очень вкусные вот эти такие чизкейки, которые называются. Вкуснища редкая. Так, что так только картофан берем? Картошку пройдемся, может, сосиски давай. Какие я хочу. Будем брать вот такой вот картофан. Зай, возьми, и сосисок, наверное, пачку возьми возьмем. Возьми что-нибудь такое, как дети любят эту, которую как ну, будет. Сейчас посмотрим. Да, они все любят. Короче, взяли один вот такой картофан. 3,77 он, по-моему, стоит. Иди, зайка, на другую сторону, а то ты мешаешь. Короче, вот так вот грустно выглядит мясная полка. Остатки курицы, остатки свинины, остатки говядины. Зайка, с той стороны, пожалуйста. Зайка, твой взгляд на мир. А что это за тачки? Чего они какие-то не разгружены? Такое ощущение, что они сейчас докладывать будут. Ну, всякие вот ветчины, колбасы, нарезки, как бы сегодня в этом ряду получше, чем в прошлый раз. Цены не меняются. Ну, возьму, короче, сосиски так и стоят. 3,68, да? Такие вот хорошие куриные сосиски. Взять где? А, турки, гулять. Я сказал, куриные. Курки. Это еще лучше. Гулять так гулять? Да. Зай, давай зайдем в напитки, я хочу еще детям взять. Пойдем. Нутеллу не хочешь взять? А где? А вот она стоит. Так давай, пойдем посмотрим. Я хотела, какой они красненький, так или какой? Не, Зай, есть хороший напиток, сососолы. Не, не. Ну, побаловали бы. Не. Не надо баловаться. Для балования вот есть хорошие напитки. Вот, сососолы. Но у нас еще есть, да? Да. Все, ну, пошли. Сереж, там осталось только начало. Так что, одну зацепим? Ну, давай. Так такой большой или маленький? Конечно, большой. На 8, а маленькая 5. Ну да. Убери, а то мне тяжело. Вот этот ряд выглядит так, как обычно, да? Ну ты знаешь, нет, дыры. Да. Ну пива хватает, в принципе, гораздо больше, чем в Сэмс Клабе. И тоже вот самое с горячительными всякими напитками, все в порядке. Не все в порядке, смотри, как вина. Вина мало? Да нет, нормально. Нормально. Так, идем на Нутеллу посмотрим. Ну где-то вот в этих рядах надо смотреться. Чипсов хватает. Чипсы не будем брать? Лейсы 3 доллара за 368 грамм. Пошли. Так, а ты не увидела, в этом ряду нету? Надо смотреть какой-то сладкий ряд. В общем, а? Офигеть, можно вообще голые полки просто. Ну, короче, в Walmart'е продолжается какой-то голяк. Какой-то голяк. Макароны, все разобрано. Ужас какой-то. Это, наверное, говорит о том, что надо едой запасаться. Паники нет, но еды тоже нет. А пойдем туалетку еще посмотрим. Это мы ее и не знаем, где искать, надо было прямо оттуда взять. Так
Вот уже какой-то сладкий ряд уже вроде и здесь бы должно было быть. Заходи в следующий. How did yours come out? Сиропы эти, которые никогда никому не нужны, блин. Пустая полка. Каши, все, блин, грызло, все подразобрано. Несквики. Наверное, сайт холодильник начинается. Пошли там возьмем. Неудобно, как? Ну как неудобно, просто возьмем и все. Хлебный отдел. В Walmart, кстати, два хлебных отдела. Наверное, тот, который свежий, и тот, который не портится. Это какие-то очень маленькие банки. Где? Прямо перед нами. Ага. Там, по-моему, большие были. Какая-то неправильная нутелла. Ну, купим, значит, в большом магазине большую банку. Пошли туалетную бумагу посмотрим. Как бы не было смешно, но она нужна. Все-таки так еще разъехаться. Пошли сразу туда. Да и молоко тоже, посмотри, блин. Полупустая. Нет. Где? Он говорил, есть. Ну, наверное, шутил. Всех заманить, хотел? Разовые посуды, чего тут какая-то химия, наверное, стояла, да? Нигде ничего нет, короче. Да. Walmart не рулит нифига. Ты краску будешь смотреть? Рекомендую посмотреть. Что ты там слышала, рассказывай. Ну, какой-то... Walmart же доклад делал, ты про него и рассказывал. Да, да, Walmart, Gio, как он правильно? SEO. Короче, сказал, что мы сейчас в стадии раскупания краски. Короче, краски. Он сказал, что туалетная бумага есть, что ее не хватает. Сказал, что разбирают краску. Ну, что-то мы пока не видим. Ни краски, ни туалетной бумаги. Кому интересны цены, можете глянуть. С купоном? Тебе одной хватит? Как вы заметили... Как я тяжело дышу, вы все заметили. Walmart как-то вообще очень плохо, честно говоря, как бы это было, ну... Не да хочется это грустная, не признавать, не обманывать, не показывать, а все как есть. И когда мы были, вот вы можете посмотреть там недавнее видео в Walmart, это было, наверное, недели, меньше недели назад. Это, по-моему, и было понедельник что-то. Вот, и там ничего не было, и сегодня как-то тоже полки грустно выглядят. Давновато они не были. Ты имеешь в виду, когда мы торт покупали? Ну, так это было 31 марта. Да. А, ну 11 дней прошло, да, вот ровно 11 дней прошло. А ситуация не изменилась, хотя вот... Она в худшую сторону, Сереж, изменилась? Тогда еще хотя бы было больше что-то... Ну, я могу вот допустить эти... только что, знаешь, что изменилось. Сереж, ты вообще в магазине макароны увидел или рис? Чуть-чуть. Их вообще по нет. Пару пачек. Дело в том, что вот эти вот тачки обмотанные стоят, они сейчас будут выкладывать. Может быть, из-за того, что мало работников, они в течение дня не подкладывают? Или не успевают докладывать? Тачки же стояли, видела, замотанные. Ну, вот где мы нутеллу видели? Девушка, которая болтала с парнем, она не показалась мне очень сильно занятой в этом магазине. Честно говоря. В общем, ситуация крайне непонятная. Так что... 11 дней назад мы делали вот эти большие закупки там всякие на месяц, да? Ну, чтобы их и не есть, да, потому что да. В Костке всем. Ты согласен, что и в Костке и в Сэмс гораздо меньше товара, чем обычно? Не, в Костке, зай, в Костке нормально. Сереж, нормально. Не нормально. Нормально. Никогда мы не видели, чтобы вот так вот наверху, ты пересмотри, сам стояли вот эти пустые стены. Подожди, это прошло. Вот сейчас, когда мы в Костку ходили, там же там не было. Там сверху тоже были пустые стены. Ну, я сильно не обратил внимания, но мне кажется, в Костко было нормально, а вот в Walmart ненормально. Но у нас в новостях пишут, что у фермеров урожаи пропадают.
Потому что, во-первых, некому убирать, во-вторых, некому их по большому счету отдавать, ссылаясь. Они ссылаются на неработающий общий бит. Вот. Кто рассказывал про коров, что молоко выливают? Ты читал? Я читала. Что коров надо доить, старое молоко никому не отдали, не продали, не его отдают, выливают. Потому, чтобы они забирают рестораны или там какие-то другие хозяйства, которые сыры там, допустим, производили. В общем, на фотографии, которая была под этой статьей, да, стоят эти большие цистерны с молоком и просто сливают это молоко. А в Walmart сегодня молока точно мало. Если в Костко было, как всегда, стояли палеты, еще палеты даже не в нужных местах стояли, а на проходе, то тут полупустые холодильники. Да не то, что полупустые, они по большому счету пустые. Первые ряды все не то все, вернее, и то все не заполнены галлонами. В общем, как-то, когда мы сходили в Walmart, он нас завел в шок. Потом мы из шока вышли, сходив в два больших магазина. Ну в тех же центрах. А в центрах тоже немножко пустовато было. Консервы поразбирали. В центрах нормально пусто было, зайка, там да? Не хваталось. Короче, ситуация непонятна. А, и нам? Продуктов в магазинах точно стало меньше. Однозначно. Если брать общую картину, то стало меньше. Вот вроде и все, да? Так что пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Рассказывайте, как у вас в магазинах. И я вам просто рекомендую запасаться. Как ты думаешь, Зайка? Имеет смысл дать такой совет? Я не хочу вообще никому советы никакие давать. Нет, так это понятно. Не советы, не свое мнение. Самое неблагодарное здесь. Но тем не менее. Но тем не менее, зная, что дома стоит 30 баночек тушенки, я чувствую себя более уверенно. Да. Никому об этом не рассказывать, это наш секрет. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life It's My Life. И увидимся в новом влоге. Всем хорошей и веселой Пасхи. Пока-пока.